как нам сказали? Дома заброшенные, мы никому не нужны. Никому не мы нужны. Никому не нужны. У меня счета приходят, я плачу. Я как купил здесь квартиру, я так ни разу горячей воды не видел. Я сидела без холодной воды, я сидела без горячей воды, я сидела 3 месяца без отопления. А, света, наверное, в недели полторы не было. Мы за свой счет, мы сложились деньги, мы купили пластик, мы купили провод, мы сами все провели. Вот канализация бежит прямо на прополую. Вроде бы выключат, воды нету горячей, и все вот это, извините, эти все стоки, все бежит. Было собрание до этого. 5 квартир, говорит, всего нашли так должников. А остальные это платят? Так вот. А они всех, они все тоже. Ну, а платят, и всех под одну гребенку. У жильцов гостинки накипело. Они уже выплакали все слезы, сорвали голоса и оставили последние нервы в кабинетах каких только можно инстанций. Говорят, здесь как будто не люди живут. Вот так сегодня приходится заходить к себе домой, жильцам первого подъезда. Воды по колено пришлось даже проложить старую дверь между входом в подъезд и лестничным пролетом. По-другому домой никак не попасть. А здесь еще надо умудриться, чтобы выйти и ненароком не упасть в эту лужу. Потому что, во-первых, скользко, но, во-вторых, неприятно падать вот сюда, где глубина примерно вот до сюда. 5-е сутки я сижу без холодной воды. У меня машинка холодная подключена к холодной воде. Я не могу запустить машинку. Из-за какой причины? Пожалуйста, смотрите. Глаза отказываются верить в происходящее. Мы в подъезде на первом этаже. Полы в гостинке деревянные и без того гнилые, а в подвале еще и гейзером бьется вода с 5 марта. Люди в шоке. Параллельно с этим в душевом помещении в этот же день рвет сразу 2 трубы горячего и холодного водоснабжения. Первый этаж в итоге заливало сразу с 2 сторон. Причем эти порывы жители гостинки устранили сами за свой счет. Аварийка лишь лениво приехала и обесточила дом от холодной воды. Теперь в доме есть только горячая. Ну как? Горячая, еле теплая, с маленьким напором. Я не знаю, что делать. Унитаз я смываю как? Я набираю эти, получается, бутылки большие, 5-литровки, остываю, и потом уже смываю унитаз. Да что там унитаз? Люди переживают, что скоро плавать придется. Несмотря на то, что воду отключили, гейзер в подвале не прекратился. Сегодня уже затоплен не только подъезд, но и придомовая территория и межквартальный проезд у детского сада. Но это еще не все. Прямо перед подъездом промыло большую яму. Любая иномарка здесь сразу сядет на брюхо. Вся вода с дома на Свердлова 51А утекает сюда на проезжую часть. И, соответственно, пешеходы ходят по такой маленькой тропке, и машины частенько здесь застревают. Я позвонила в управляющую компанию, наверное, с пятницы я звонила. Я говорю, девушка, у нас такая вот беда, бежит все, бежит подвал, бежит на первом этаже, все залило. У меня, говорю, 5-е сутки нет воды холодной. Они говорят, мы вам отправим дежурного слесаря. Сегодня я ей звоню, она мне говорит, ваша заявка с 8 числа. Я говорю, как так с 8 числа? К слову, управляющая компания, которая отвечает за этот дом, находится в Перми. То, что нам сказали, повергло в шок. Что это за труба, вообще непонятно. Дом от нее не получает воду, поэтому течь не прекратилась, несмотря на отключение воды. Аварийную службу поступила заявка с улицы Свердлова 51А. Бригада выехала. В ходе выполнения ремонтных работ было выявлено, что данный трубопровод не является питающим на многоквартирный дом по данному адресу. Нами был сделан запрос в администрацию города с целью выяснения, кому принадлежит данный трубопровод. Кто должен устранять поломку и отвечать за ущерб, непонятно. Администрация и БВК молчат, а вода себе льется и льется. Мы ждем официального ответа и вернемся к этой проблеме в следующих выпусках новостей. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.